Ребята, привет! Хороша вода. Кстати, реально вода, смотрите, ребята, вода, заряженная котиками. Я тоже раньше, как и многие из вас, любил кофе, сейчас больше не пью. Кстати, кто останется до конца видео, поймет, почему я перестал пить кофе. Что будет сегодня в ролике? Смотрите, расскажу, во-первых, почему я перестал пить кофе. Намекну, потому что потерял на этом очень много денег, точнее, не заработал на этом очень много денег. Также расскажу о том, как получать криптовалюту, точнее NFT, ну и в дальнейшем, в будущем, возможно, и криптовалюту. Пользуясь, опять же, абсолютно без каких-то вложений, без каких-то денег, потому что под предыдущим видео было очень много вопросов о том, как заработать новичку, как заработать криптовалюту там, с минимальным вложением или вообще без вложений. Сегодня расскажу, как заработать, получить NFT-шки, как получить криптовалюту абсолютно без вложений и пользуясь, опять же, всем известным, знаменитым сервисом, о котором все наслышаны, все пользуются, каждый день в него, возможно, даже заходят все, кто интересуется криптовалютой, но почему-то не знают многие, что там можно еще и зарабатывать. Сегодня расскажу все об этом. Также, ребята, смотрите, будет, как всегда, конкурс для моих активных, любимых подписчиков, разыграя криптовалюту, которую можно будет отправлять в стейкинг и получать пассивный доход. Все, как мы любим. Итак, ребята, переходим на CoinMarketCap, который всем известный нам CoinMarketCap. Заходим на закладку «Портфель». Создаем новый портфель. Называем его так. Как бы его так назвать, да? Давайте назовем его как-нибудь вот так. Смотрим, создали мы этот портфель. Теперь объясняю, почему. Добавляем сюда монетку. Сейчас вы поймете, ребята, сейчас все у вас в голове сложится, почему я перестал, во-первых, пить кофе, почему, возможно, вы тоже перестанете пить кофе. Нажимаем так. Шиба. Нам интересна монетка Шиба. Шибаину. Смотрите, сколько уже клонов создали. Нас интересует одна монетка. Смотрите, здесь есть волшебное такое свойство. Можно создать портфель, вернувшись там в прошлое, да? Я думаю, ребята, уже всех вас достали вот эти рассказы про биткоин, который там надо было 10 лет назад купить, там намайнить на какой-то калькулятор, положить там, спрятать эту дискету и сегодня там найти и стать миллионером долларов. Ну, нету у нас 10 лет. Ну, давайте вернемся всего лишь на год назад. Смотрите, снимаем сюда. Январь 22-го, 21-го сегодня. Ставим 21-й год. Изменяем дату. И теперь смотрите, почему кофе? Сейчас вы поймете. Смотрите, есть такое исследование, что в среднем человек выпивает кофе на 10 баксов в день. Смотрим. Берем эти 10 баксов, да? Год назад мы пошли и не выпили кофе. Ну, пусть 12 баксов, да? Ладно, не будем 12. Давайте поставим так. Так, даже меньше будет. 9 баксов, 9,6 баксов. Смотрите, мы покупаем в прошлом году, 21 января, ну, 21-го не захотелось нам кофе пить, мы купили монету Шибаину. Смотрите, что происходит. Добавляем. Теперь смотрим, сколько эти монеты, которые мы купили, не попив кофе, стоят сегодня. 1 978 222 доллара. При том, что сегодня, да, упал курс на 12%, практически 13%. Ребята, теперь вы понимаете, вы собираетесь еще дальше пить кофе? Я думаю, это вряд ли, да, после такого увиденного. Ладно, смотрите. Почему? Что сегодня буду рассказывать? Опять же, как зарабатывать криптовалюту? Потому что, почему, опять же, бесплатно, без вложений? Много очень ребят смотрят с самого, ну, самого нуля мой канал, или там новички, или кто-то слышал про какие-то там биткоины, которые там тоже, опять же, да, все зарабатывают, им тоже хочется. Это правильно, ребята. Надо зарабатывать на возможностях, надо зарабатывать на тех инструментах, которые дают сейчас, которые в тренде называются, да, такое интересное слово. Сегодня расскажу, уже вторая часть видео, то есть пошла, сегодня расскажу о том, как зарабатывать криптовалюту, NFT. Что такое NFT? В двух словах, для новичков. Та же самая криптовалюта, только она имеет что-то такое графическое изображение. На нем можно посмотреть. Это тот же самый такой криптовалютный актив, если простыми словами.
Зарабатывать мы сегодня будем именно на таком сервисе CoinMarketCap. Многие им пользуются, многие приходят и смотрят здесь курсы валют. Я тоже смотрю. Смотрите, давайте посмотрим, что сегодня происходит. Сегодня такой ужасный день для владельцев криптовалют. В кавычках, естественно, ужасный. Там все сидят, смотрят, биткоин 10% улетел, ниже 40 тысяч долларов. Эфириум 13, там, тезер даже, ну, тезер, понятно, USDT, как бы стейблкоин, он там сильно не упадет. BNB, поехали. 0D, там, Cardano, да, так, где мои тут избранные? Избранная, смотрим. Поехали, биткоин, поехали. Ну, вот я рассказывал, BNB 14, Solana 15% упали, там, все крипту, артери, молодцы, 1.73, единственные, которые показали рост. Так, ребята, смотрите, то есть, кроме того, что приходить сюда и пользоваться этим таким Википедией, можно сказать, для криптовалют, здесь еще можно зарабатывать. Сегодня расскажу, как это сделать. Смотрите, во-первых, для того, чтобы зарабатывать, вам нужно будет зарегистрироваться. Смотрите, заходите сюда, вверху справа будет зарегистрироваться, регистрация простейшая, рассказывать не буду, это каждый сможет. Дальше, что вам нужно сделать? Смотрите, вот заходите в закладки ваши, вверху здесь будет, ну, вот там разные закладки, на телефоне тут будет, как всегда, там три полосочки, там, и заходите вот сюда, смотрите, нажимаете на такое. Diamonds будет, вот они называются. На телефоне чуть по-другому выглядит, но в этом разделе, там, выпадающем, найдете Diamonds. Здесь можно получать, смотрите, как вы будете зарабатывать криптовалюту или там NFT токены. Сюда вы заходите каждый день, и здесь они раздают эти бриллианты, даймонды регулярно. Смотрите, здесь какие фишки есть. Просто заходите, нажимаете, там, если на английском будет claim, по-моему, если на русском получить бриллиант, нажимаете, проходите капчу, кто-то может не знает, как капчи такие хитрые проходить, просто сдвигаете до совпадения этих. Дальше смотрите, получили вы 10 бриллиантов. И так каждый день вы можете заходить, если вы, смотрите, фишка в чем, если вы будете каждый день заходить, на четвертый день уже удваивается, на пятый, на седьмой уже будет 50 токенов. То есть эти токены вы будете собирать, и потом я расскажу, что с ними можно сделать. Также, смотрите, когда вы наберете 100 токенов, и вы их сможете обменять на 20 дополнительно, тоже нажмете здесь и все, получите на счет эти 20 своих бриллиантов. Опять же, если вы под видео будет моя реферальная ссылка, если захотите получить эти дополнительные токены и вообще участвовать в моей огромной команде и участвовать во всяких акциях и раздачах, переходите по моей реферальной ссылке, мне будет приятно, вам тоже будет приятно и вообще все будет хорошо. Так, дальше, смотрите, что будет, что дальше мы, когда набираем эти токены, также вы можете также своим ребятам, там, своим знакомым рассказать об этом сервисе, что здесь можно получать там NFT-шки, крипту абсолютно бесплатно, обменивать ее на эти даймонды. Бриллианты, полученные абсолютно бесплатно. Просто не забывайте заходить каждый день и нажимать получить получить эти бриллианты. Дальше смотрите, для того, чтобы у вас активировалась реферальная ссылка, там, по-моему, надо будет собрать около 100 даймондов. Ну, то есть несколько дней вам надо будет заходить. Тогда вы тоже получите свою реферальную ссылку и сможете там тоже приглашать своих друзей. Я не скажу, что вы здесь очень много заработаете, но это, опять же, приятно заходить там каждый день, забирать эти даймонды и потом смотрите, что с ними можно будет сделать. Дальше заходите. Так, прокручиваем вниз. Что еще интересного здесь есть? Какие способы получения еще этих даймондов есть? Можно зарабатывать на аирдропах. Кстати, про аирдропы я начал писать в своем телеграм-канале. Опять же, по просьбам люди попросили, хотят бесплатно получать криптовалюту, там первое уже есть, поэтому переходите по ссылке в мой телеграм-канал, там в описании очень есть интересные аирдропы, о которых я там буквально на днях расскажу, там от криптовалютного кошелька, от бирж некоторых. Опять же напомню, почему от криптовалютного кошелька и от бирж я считаю перспективными, потому что когда я еще там активно занимался аирдропами, были такие, например, биржи, кто со мной участвовал, там AzirX, те, кто поучаствовали в этих раздачах, зарабатывали там сотни долларов, там тысячи долларов. Я, по-моему, как-то там зашел, там через какое-то время там около 5000 долларов накапало.
с этой раздачей, при том, что особо ничего там не делали люди. Были еще раздачи от других бирж, там вообще капало очень интересно. От кошельков были тоже там несколько сотен долларов. Но опять же, если вы даже заработаете там 10 долларов, 5 долларов для начала, там, я думаю, это тоже хорошо. Поэтому не пропускайте такие бесплатные раздачи. Там времени немного занимает это все. И ну, зато очень интересные варианты, что без вложений вы можете получать там свою криптовалюту. Это не гарантированное какое-то получение. Здесь в основном разыгрывают между какими-то там, например, там 5000 человек, счастливчиков, раздают какую-то криптовалюту. Ну, в любом случае, это как лотерейный билет, который там не занимает много времени. Я считаю, стоит пробовать. Здесь можно голосовать, здесь, если захотите. Я думаю, тут ничего сложного нет. Нажимаете, переходите. Тут даже на русский язык, если переключать, там есть описание, там, как в этом участвовать. Ничего сложного нет. Если вам нужно будет какое-то подробное описание, то без проблем возьмите, просто там напишите. И я, ну, опять же, в комментариях я сделаю там подробную там, видео, там, инструкцию. Смотрите дальше, что тут можно еще посмотреть. Здесь вы можете, ну вот смотрите, да, что, на что можно поменять, опять же. Например, вы набрали, у меня там сейчас там 400 этих даймонцев, вы можете заходить вот там вознаграждение или там redeem rewards, если у вас на английском, и берете, заходите вот эти NFT-шки. Здесь смотрите, сколько они стоят, там от 1000, вот от 400, и смотрите, sold out, это их уже продали, расхватали, потому что нужно тут опять же следить за анонсами какое-то определенное время, там вы заходите, и вам просто нужно в какое-то время успеть нажать там, потому что если там какие-то интересные NFT-шки или там будет, обещает скоро, ну опять же не обещает, но есть такие слухи, что здесь будет даже своя монета в CoinMarketCap, и ее будут также можно будет менять на эти даймонды, потому что все больше и больше призов. Опять же, данный сервис, опять же, купил биржа там Binance, и они будут развивать, естественно, там больше людей будут привлекать. Поэтому участвуйте, не теряйте время, заходите, регистрируйтесь и накапливайте свои даймонды, потому что чем больше их у вас будет, тем больше у вас шансов какую-то классную NFT-шку, там, может, криптовалюту они свою даже будут раздавать, и можно будет на эти даймонды ее купить. Опять же, это ну, просто ваше время. У кого есть время, тот может какие-то заработать здесь плюшки. Что будет еще дальше, я думаю, они будут придумывать все больше и больше активности интересных. Итак, поэтому рассказал. Так, потому что не пью уже кофе, почему рассказал. Ребята, смотрите, не будем затягивать видео. В следующих видео буду рассказывать более подробно. Опять же, там, смотрите, есть несколько вариантов. Я хочу, чтобы конкретно там ты, кто меня сейчас смотрит, дружище, участвовал активно в том, что, о чем мне рассказывать, что мне записывать, какие видео на моем канале. Поэтому напиши в комментариях, на каком направлении записать видео. Смотри. Есть NFT-игры, которые я сейчас там тестирую, есть аирдропы, там может рассказать, как подробно там в них регистрироваться, есть там возможность рассказывать, опять же, там о том, как входить в криптовалюту, как покупать, как не быть этими ребятами, которые, я уже показывал, да, тебе, которые выпили кофе, как я когда-то, да, год назад, а могли бы стать долларовыми миллионерами. В общем, ребята, напишите под видео, что, о каких, какой теме записать следующее видео. Также участвуем, так, мы еще не поздоровались с криптохомяком. Идет конкурс на лучшее имя для криптохомяка. Опять же, будем разыгрывать криптовалюту, буду раздавать за лучшее видео. За лучшие комментарии, опять же, будем тоже и рандомно, и за лучшие комментарии, за самым активным ребятам тоже будем раздавать криптовалюту. Скоро расскажу про очень интересную акцию от централизованного мессенджера, которая буквально скоро уже начнется, от меня, опять же, акция. Поэтому, ребята, смотрите. И основной мой конкурс, который проходит всегда под видео. Как только набирается 50 лайков, разыгрываем 50 монет криптовалюты Artery и раздаем рандомно там через рандомайзер тем ребятам, которые написали комментарии, которые поставили лайки, подписаны на мой YouTube-канал и Telegram-канал. И Telegram-канал будет ссылка под видео. Все, ребята, всем привет, до новых встреч!